Мы, Алкари, большая сплоченная семья, живущая под покровительством семейства богов. Мы хотим стать сильнейшими воинами в галактике, чтобы принести еще большее уважение и славы своей расе. Мы, как никто другой, бережем честь и гордость рода. Приоритет семейных уз начинается с супругов и детей. Чуть позади в иерархии идут дальние родственники, а уж потом остальные представители рода. Наше общество Алкари патриархально. Главой семейства, как правило, выступает особь мужского пола. Однако в этом правиле случаются исключения. С раннего возраста нашим детям мы прививаем ценности рода, преподаем языки, приобщаем к культурному наследию. Освоив базовые навыки, юные алкари в обязательном порядке овладевают военным искусством и остаются на военном учете до конца жизни. Наш язык при близком неформальном общении напоминает мягкое воркование, а на людях переходит в пронзительный крик. Мы, алкари, гордая раса, и если с нами заговорить неподобающим тоном, это может нанести серьезную обиду. Представители нашей расы могут свободно говорить на языках чужестранцев. Наш же язык алкари насчитывает множество диалектов, практически неразличимых от чужеземцев. Невербальное общение также широко используется в нашем обществе. К примеру, когда алкари недоволен или обеспокоен чем-либо, он взъерошивает перья. Мы, алкари, будем и станем сильнейшими воинами в галактике, чтобы принести еще большее уважение своему роду. Мы единственная раса, кто един родом под сенью богов, имея в виду пантеон богов, которому поклоняемся. Во главе нашего пантеона стоит небесный бог Скриак, который мы считаем своим праотцом. Боги соответствуют различным видам алкари и отвечают за разные аспекты нашей жизни. Наша планета Алтаир богата артефактами, что объясняет богатую и подробную историю нашей расы. Однако, задолго до того, как мы стали главенствующей расой на планете, Алтаир был преуспевающим форпостом орионцев. Это объясняет наличие на планете большого количества артефактов, из которых мы извлекаем пользу, а также дает понять, кто подтолкнул нас в эволюционном развитии. В ранние века развитие нашей цивилизации сопровождались кровопролитными войнами между великими семействами Алтаира. Война прекратилась, когда первый владыка небес объединил семейства всех видов и создал единое государство. Мы, алкари, благоденствовали под его единоличным руководством, способствовавшим небывалому росту производства, развитию технологий и культурным достижениям. Ныне алкари живут в объединенном государстве, называемом Стая, под управлением пользующимся огромным уважением Владыки Небес. Мы, алкари, гордая раса, не щадящая нарушителей. Мы воинственные и благородные, но зачастую вступаем в войну с другими расами, показалось бы незначительным причинам, даже несмотря на истощение ресурсов и военного потенциала нашей расы, ввиду всевозрастающего количества конфликтов в галактике, мы всегда воинственно настроены и тем самым подсказываем, что мы никогда не отступаем в бою.